Друзья, приветствуем вас в магазине Skybit. И сегодня у нас будет обзор еще одного интересного строя Катона. Называется он King Island, Король островов, десятинотник, нота соль. На самом деле, вот мы попытались разобраться, что это за строй, если выражаться в терминах, присущих этим летающим тарелкам, то это строй пигми в соль, просто с дополнительной ноткой в кругу фа. Вот, если прислушаться, для тех, кто много смотрел и, скорее всего, узнает этот строй, вот он как будто бы пигми. А вот теперь я еще захвачу дополнительную ноту. Вот. Все, и это сделало пигми королем. Видимо, нота фа что-то меняет в этой жизни. Такой строй, естественно, держу впервые и попытаюсь его каким-то образом почувствовать, обыграть, рассказать, о чем он. Я сейчас буду специально немножко больше опоры делать на ноту фа, потому что если я ее буду игнорировать, то это будет пигми, а пигми мы снимали много раз. И вот эта нотка фа, она дает больше мажорности. Если пигми изначально это такой медитативный, спокойный строй, я про него как-то рассказывала, что идеально для медитации, йоги и так далее, то вот эта нотка, она меняет его в сторону света, такого более радостного, например. Вот здесь живет мажор. И вот куда эту нотку фа не добавь, все равно какой-то вот... света этому острову. Сходу взять и встроить фа в привычное русло. У меня не получается. Но из особенностей... Как по мне, так... Ну вот если специально через фа играть... Сейчас. Автоматом рождаются какие-то образы из Короля Льва, там какие-то саванны, солнышко. Но это мои личные ассоциации. В общем, он стал светлее. Пигми стал светлее за счет этой ноты. И просто присмотримся к инструменту, как с точки зрения качества звучания каждой ноты. Thank you.
долгий-долгий звук. Отчетливая обертона. Ну и корпус, я много раз тоже про это говорила, что, конечно, его можно использовать для вот всяких там теков, слэпов. Естественно, он чуть-чуть иначе звучит, чем у хендпанов, но тоже имеет место быть. То есть довольно слышимый. Так что можно его также спокойно использовать, вот эти вот перкуссионные элементы, и разнообразить свои композиции щелчками, сухими звуками и так далее. Вот, а так посмотрите. Не знаю, видно ли в кадре, но тут сейчас очень много разных катонов. Не знаю, как будет, когда вы придете в магазин, но обязательно пробуйте все и выбирайте те, которые откликнутся вам. Потому что у нас всегда на коленях находится инструмент, который построен в одном ладу, и лад должен быть ладным с вами, поэтому выбирайте то, что вам нравится.